И всем привет, с вами Нидерамус. Давайте-ка мы вот этих двоих первым поставим, как самую такую боевую команду. А еще 8 очков нужно, чтобы его продвинуть. Куда сел? Так вот, всем привет, с вами Нидерамус, и мы продолжаем захватывать мир вместе с красной командой. Так, сейчас у нас Белиополис называется карта. Ой, карта, остров наш следующий. Так, все военное оборудование должно быть уничтожено. Ага. You have come to the right place. Так, это вот эта вот штука. Да. Смотрите-ка, неплохо даже. Оп, это оно. И бульк. Хорошая миссия. Ой. Ты... угораешь, да? Да, она угорает. Как-то не очень-то хорошо получилось. Блин. Как-то все пошло не по плану. Тупой дирижабль, козлина такая. Кстати говоря. Так, что у тебя есть? Вот я вижу коробку. Неподходящая для меня. Так, у них подкрепление. Волфи. Так-дум. Угораешь, да? Он угорает. Не, ну конечно, то, что я приземлился на державле, это было максимально тупо. Опа. Ты в меня стрелял, да? Ты стрелял, да? Признавайся. Какая разница? Все равно тебе конец. И поставил на место. Вот чисто на место. Гердрай. Что? А вот сейчас я не понял. Что это было? Как это понимать и расшифровать? И вообще, можно ли это понять и расшифровать вообще? Так, тебе сколько? На тебе хватит моей гранаты. Вот, дарю тебе гранату. Все суровый такой. Крутой, да? Со! Да сколько можно вас тут будет идти? Так. Надо найти вот этого, который там приземлился где-то. А вон он там, внизу. Я сейчас тогда пойду соберу аптечку, чтобы не враги не собрали. Как минимум. Так. Хорошо полетать.
сейчас не очень удобная позиция была. Иногда их можно так хорошо убивать об стены. Эй, какой хороший смысл приобретает фразу «убейся об стену». Думаешь, моя война окончена? А я думаю, она только начинается. Так. Угу. Где там враг находится? Где еще один? А, и вот этот ближе? О, да, вот этот ближе. Думаю, должно по ним попасть. Я специально хожусь рядом с этой артиллерией, чтобы ее... чтобы она не особо активно что-то делала. Бах-бах-бах-бах-бах. Ну да, очень слабо, конечно. Ну да, вот, собственно. Чё ты? Выжил, думаешь, да? Вот так тебе. Спустили на землю. Просто тупо опустили. Чё за шнел? Ой, попал. Да сколько же вас тут? Ты угораете. Они угорают надо мной, представляете? Тупо берут его и тупо угорают. Эх, жаль, у меня нет возможности обокрасть его. Нет, это не годится. Опа, стоп. Какая-то коробка лежит. Кластерная граната. Вот что тебе нужно, команда. Я дарю ее тебе. I hope you like cabbage soup. Угораешь? Да. Не очень удачное попадание. Так, ему осталось вообще понять, вообще, что происходит, как он оказался на земле. Опа! Козлина такая. Вот козлинка. Вот маленькая ходячая козлинка. Ой. Да. Ну все, команда, ты... ты меня разозлил. Мало того, что ты меня атаковал, так ты меня еще и динамитом атаковал. Так. Кто тут? Собственно... сейчас он полечит своего. Хорошо так крепко раненого. Просто максимально его влечит. На всю силу, что есть. А то как-то оставаться без здоровья, это не то, чего я хотел бы. Текстура, ну, вернись, вернись, я все прощу. Тупая текстура. Туп взяла и ушла. Просто по голове. Ему повезло, что он ничего не чувствует. Тун-тун-тун-тун-тун. Оп. Чё, готов полетать, а? Соп, тут. Нет, собственно... нет, ты у меня полетаешь, гад. Пошёл. На взлёт. И... вперед! Дробовик в виде этой музыкальной трубы. Так, ну, мой супергерой, который умеет летать. Давайте, кстати, сходим за супердинамитом. Чёрт.
Забыл, что я заминировал все. Оба артиллерии почти кончилась. Вот сейчас я ушел, и он начинает действовать. Нет, так не годится. Я пройду без потери свиней. Так не годится. Тупо взял, убил меня. Это должно было быть вообще вот так, я думаю. Тупо дирижабль. Не лови меня, гад такой, я тебя знаю, козлина. Тупо взял, вообще меня поймал. Подставил меня этим так. Хм, кстати говоря. Ну, мы можем сразу того заминировать. Сдавайся или исчезни. Тын-тын-тын. О, кстати, хорошо, что я заминировал. А то он сейчас побежал на... На ту... Эту. Ну вот на ту вот, турель, или как она там называется. Ну вот на вот эту хрень. На артиллерию, кажется, или... По-моему, артиллерия эта штука называется. Хе-хей! Давай. Упс. Ну ладно, хотя бы опустили его. Тум-тум-тум. У них вот эта эпичная музыка на начале идет. Так. Ну ладно, отлично. Да, кстати, сейчас я не буду грабить вот этого базукометчика. Я оставлю эту возможность, если я смогу и в этот раз командоса скинуть. Потому что командосы можно что-то хорошее наворовать. Правда, у него ассортимент слишком большой, чтобы был высокий шанс именно что-то нужно украсть. Не уйди, динамиты. И парашюты. Вот этот гердрай, по-моему, немножко стукнутый. Что он делает вообще? Ну вот этот соло стукнутый, мне сейчас очень напомнило термин уколотый из книги «Будущее», которую я недавно прочитал. Шикарная книга, кстати. О, как раз ровно. Так. Что ж делать-то, а? Стреляй со снайперской винтовки, наверное. Я снял угаром. Такой коварный звук издал. Нет, я просто снял... Так, тупо реально угораю. Давай. Счастливого полета. Бульк. Так, главная цель поскорее командоса. Скинуть дробь убить. Желательно сначала скинуть, потом убить. Так, и как-то вот так, я думаю.
О, как! Хрена! Бдыщ! Идеальное попадание. По-моему, эта штука даже на больше не способна по урону. Опа. Ну ладно. В принципе, он ничего особо серьезного от экранов мне не сделает. А если он сейчас еще в турель кинет, это будет хорошо, потому что... Турель-то мне нужно уничтожить, в конце концов. А я их тупо взял и захватил. Нарушая приказы. Как это нехорошо, ай-яй-яй. Так. Попаду, нет. Ну ладно, хоть немного. О, теперь следующий ход, по-моему, за снайпером. Он сейчас ворует этого командоса и динамитом его. Динамитом. Динамитом, гада. Бом. Сколько же вас тут? Они все идут и идут, идут и идут. А я все не могу их добить и добить, добить и добить. Так и будут до конца миссии, что ли, идти? Давай, иди сюда. Че у тебя есть? Где есть воздушный удар? Ну, разрывной. Джетпак. И медицинский дротик. Опа. А у этого чайника-то, оказывается, нет никакой... Этой... Никакого динамита. Идеально. Пол команды перетравил. Я их даже трогать не буду, они сами умирают. А, это у этого динамит есть. Так, медик, давай лечи. Да-да, именно да. Он услышал, что я ему говорю, и пошел, чуть даже на всех парах, бежал исполнять приказ. Ну, хоть, конечно, у этого еще здоровье есть. То, что оно есть, это не значит, что его стоит оставлять как есть. О, чайник не там, оказывается. Где чайник? А, вот здесь чайничек. Тут. Хотя бы так. Ну ладно, хотя бы накрыл немножко. Тун-т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 ун. Хорошо, что они стреляют именно по этой штуке. Так. А, это же у меня этот. Так. По-моему, у него 65. Ага. Ладно, я чувствую, я к нему уже не дойду. Из-за того, что я так неудачно спрыгнул. Слетел, свалился и убежал. Блин, когда я вот такой гранатой на том минном поле просто такую серию взрывов сделал. Да было хорошо. Чё ты сказал? Ты на меня чихнул, да? А Лена тебя чихнул. Попаду хоть или нет, интересно.
Ё-моё! Так, отлично. Этот на следующий ход уже закончится. А если, мне кажется, должна гранатка выпасть. Отомстил тому, кто его травил. И тупо такой взял, чеб него. Показалось все свое презрение. Так, запомним. Где ты? Вот так, я думаю. Опа. Тупо. Это было тупо. Апчи. Как сколько у медика-то осталось? Ну ладно, в принципе, жить будет. Ну это, конечно, было просто тупо. Тупо взял своего этой снарядом попал. Так тупо я помощи не делал за это прохождение. Кстати говоря, старая добрая тактика. Ослабить врага перед тем, как его добивать. Ой, еще и себя попал. Ну, замечательно просто. Еще и этот выжил, гад. Ну ничего, скоро команда врагов столько ходов пропустит, что я смогу просто обалдеть. Но сейчас я просто, по сути, использую врагов на свою пользу. Goodbye, goodbye. Апчи. Так, не понял, не туда. Так, этого попали. А ты пошел к черту. Вот туда тебе дорога. Да я не читерил. Я просто ножом тебя ударил. Нож тут не настолько читерил наружу, чтобы считать, что я считерил. Гад такой еще. Еще именно меня что-то гонит. Кстати, вот этого надо не добивать сейчас. Сколько этих посудин осталось здоровья? 62? 24. Кстати, что такое хоть? Медицинский шарик. Текс. Нет, одного я оставлю, чтобы я успел собрать свои награды. За то, что мне... За то, что я разрушитель. Так, вот это, по-моему, должно сработать. Просто вот так. Подошел и в нос сейчас. А, нет. Я думаю, десятку снимает. Ну ладно. Итак, они сейчас вон умирать уже начали. Так, у тебя сколько? Это у тебя 24. Так. Поворот. Конечно, можно вот так вот сделать. Я, пожалуй, этого не буду делать. Тупо со всей дури сейчас шмальну по этой дуре. Не со всей дури. Так, у врага осталась одна свинка.
Так. Давайте попробуем вот этот выстрелить. Это вообще так тупо смотрится, что я сам в себя стреляю. Ой-ой-ой-ой-ой. Огоньку. Вон, давай, добей. Опа. Так, это уже становится проблемой. Так, где? Так, надо вот, вот эту штуку разбомбить. Опа! У него же был... Я долбанный идиот. Я тупой долбанный идиот. Я потратил джетпак, который мне мог бы помочь. Я сейчас... Сделаю вот так вот. Давай, разбомби вторую турель. Только не выкинь меня с нее. Так, ну ладно. В принципе, я могу немножко себе помочь. Хотя... Хотя тупо возьму и взорву... Тупо подойду к своему герою и взорву гранату. Ругается еще на меня. Так. А, у меня один спрятался. Я думаю, где мои свиньи? Потому что я вижу три точки, три крестика. Там просто два же на одном месте стоят, поэтому получается четыре. Еще один спрятался, я его спрятанного я даже сам не вижу. Где? А, вот ты где. Только не говори, что ты слетел. Фух. Так, теперь давай стреляй по тому, кто внизу находится. Вон, вот, да, вот по вот этому. Или вот по этим двоим. Интересно. Он вообще понимает, что он еще жив, только благодаря тому, что я его жалею. Ну, че не жалею. А скажем так. Так, мой же не здесь, да? Сюда, кстати, как-то даже попасть можно, по-моему. Да, туда даже пешком забраться можно, если что. Или я сейчас промахнусь вот таким вот образом, то я туда заберусь пешком. Так, десантируемся. Хе-хе! Тун-т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 ун. Фух. Так, самое сложное теперь. Взять вот эту медаль. Оп. 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 Ну что, я, по-моему... Я сделал одну идиотскую вещь. Черт. Ну да, потерял ход. А, нет. Это только, значит, в чувачках, когда получаешь урон от падения, теряешь ход. Здорово, что здесь не так. Эх. Хотел его просто эпично развалить. Супер динамитом.
Но похоже, нет. Не похоже, что я смогу это сделать. Ладно, Гранд такая... одиноко. Взяла тупо и подлетела. Тун-тун-трон-тун-тун-тун. Секс. Ой, куда полетел? Так. Этот сейчас ему тоже ничего не сделает. Потому что у этого технической возможности нет, по-моему. Хотя сейчас попробую сюда забраться, может я его со снайперки смогу вышмалять. Повыше. И вот отсюда вот. Могу? Не могу. Тебя зарезать? Не надо. Я же могу. Смотрите-ка. Уи-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 
Так, что скажешь? Так, значит, что он по мне так не начнет попадать. Медик, давай. Развали его. Где эта свинья? Сейчас откинется, да? Отскочит, я имею в виду. Нет, просто снайпер такой. Еще и утверждает, что я не смогу победить. Так, отлично, миссии прошли. Да, весь бонус собрали, видите, две штуки. А, это у меня загрузка перед главным меню. Угу. Так, тебя точно не буду. Тебя. Угу. Даже не знаю. Ну, давайте, пожалуй... Так, нет, я не хочу уходить. Я хочу сохраниться. И на этом мы будем эту серию заканчивать, потому что... Она шла довольно неплохое количество времени. То есть мы две попытки сделали на миссии. И увидели, что наш герой, оказывается, еще и супергерой, умеет летать. Тутум. Так. И на этом я благодарю всех за внимание. Оставляйте свои комментарии и до новых встреч в следующих видео.